Я сегодня представляла флористическую картину. На ней изображена птица. Я давно уже работаю в этой сфере именно флористических картин, и мне, в принципе, это нравится. Мне эта работа пришла тогда в голову, когда я посмотрела на один плакат «Я люблю Беларусь». Тогда мне показалось, что я настоящая белорусочка, и я решила представить себя в виде белорусочки. Эта идея пришла в голову, потому что родился в Словакии, и он питал собаку. Кто помогал тебе делать? Мама. Источник вдохновения у всех участников выставки свой, особый, как и взгляд на мир. Однако в каждой детской работе есть звено, которое делает их частью одного целого. По словам организаторов, это мелодия осени, звучащая с аппликацией панно и флористических картин, представленных на вернисаже искусства зеленого века. Кстати, этому названию всего 2 года, в то время как сама выставка около 15 лет носит статус традиционной. Такая идея, что наше человечество вступило в новый век зеленый, и когда очень ценно сохранять природу, ее беречь и в этой красоте вот природной увидеть совершенство. Поэтому мы, конечно, нацеливаем детей, чтобы каждая травинка зазвучала в детской работе. Свое почетное место на выставке заняли разноцветные топиарии, представители лесного царства, выполненные из пестрых сухоцветов, наконец, картины, проникнутые настоящей любовью к природе. Показать свое видение прекрасного в обыденном в этом году решили представители 28 школ города. Работы оценивались 4 номинациях, и по итогам конкурса 25 юных авторов были признаны лучшими и стали обладателями поощрительных дипломов. К слову, многие из них признавались, что без своих преподавателей и родителей им сложно было бы воплотить свою задумку в жизнь. Очень я еще люблю отдыхать у меня у бабушки в деревне. У меня была такая возможность насобирать много очень листьев, красивых цветов. И вот у меня есть еще в деревне озеро, красивые деревья, разные дома необыкновенные. И вот по своим воспоминаниям о лете я придумала эту картину. Мне помогала моя ученица Татьяна Александровна, и я ей очень благодарна. Хочу сказать отдельное спасибо моему преподавателю по труду Сарычевой Татьяне Васильевне. Она очень творческий человек и всегда полна оригинальных и новых идей. Такой плодотворный союз взрослого и ребенка позволил осуществить самые оригинальные идеи, отражающие богатые воображения юных художников. А выставка «Искусство зеленого века» доказала еще раз, что тандем учитель-ученик рождает яркие, неповторимые работы и помогает ребенку найти себя в бесконечном лабиринте творчества.